Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Друзі, всім привіт! Ви на каналі «В поисках золота». Мене зовут Серега. Вибрались ми з Генчиком покопатися вечірком недалеко від міста. Позвонили друзі, сказали, що на полі закривають влагу. Ми приїхали, і ось така от красота, в общем. Поле закрыли влагу. Людей, конечно, ходило, но не сильно много. Тут поселение было очень большое, поэтому ходить тут еще и ходить. И был у меня первый сигнальчик, и есть находочка, сейчас вам покажу. Находочка, друзья, в принципе, ничего интересного, но по нужному нам периоду. Вот такая вот фибулка мне вывалилась. Не глубоко лежала, я, можно сказать, пинпойнтером нашел. Но посмотрите, какая она крахопусечка, манюнечка, махонькая. Класс. Миниатюрная, можно сказать. Так, есть у нас, я не знаю, может быть часик, может полтора походить. Вот такое вот шикарное поле. Солнышко уже заходит. Не знаю, ли вам видно. Сейчас попробую приблизить. Солнце уже садится за горизонт. Вон оно, сейчас еще чуть-чуть и уже сядет. Я думаю, что мы хотя бы часик мы походим. Генчик ходит там вот за бугром, где солнце садится. Тоже есть у него какие-то находки. В общем, походим часик, смотрите. Будет что-то интересное, я вам все покажу. Хожу, друзья, недалеко вот от ручья. Вот здесь вот, где кусты растут, ручей течет. И есть еще одна фибулка. Тоже не глубоко лежала, откопал ее я. Такая залипшая. Тут низина такая. Вон. Видите, болото когда-то было. Высыхает, потихоньку тракторами его растаскивают. И видно, очень было сыро. И она такая вот, такая вот залипшая. Но находка. Находка, две фибулы уже откопал. Можно идти дальше. Ладно, друзья, не будем терять времени. Идем дальше, смотрите. Кручусь я, друзья, все там же. Выхаживаю вот этот вот местяк. И смотрите, что мне выпало. Крестичек попался. Какой-то медный, наверное, по всей видимости. Медный бедняцкий крестик, тоненький такой. Можно попробовать его пальцами выровнять. Сушечком. Кто-то потерял в поле. Находочка. Некоторые говорят, нельзя кресты домой нести. Я не знаю, я несу. Несу, складываю. У меня там есть баночка специальная для крестиков. Вот так вот. Солнце уже зашло. Я попытаюсь еще вот это вот место выходить. Мы здесь когда копались, были у меня находочки. Может, что-то интересненькое вылезет. Генчик нашел половинку ли местного динарика. Сейчас по рации на связь выходил. Ладно, друзья, смотрите, я пошел дальше искать. Так, друзья, недалеко я ушел от крестика. Вот здесь вот крестик выкопал. Смотрите, есть у меня монетка. Я был уже обрадовался, что это динарик, но это что-то, по всей видимости, средневековая какая-то мелочевка. Солид может быть какой-то. Сейчас попробуем приблизить. Что-то средневековое, по всей видимости.
Да, солид какой-то. Какого-то августа. Может быть, даже серебряный. Надо будет попробовать его дома отмочить. Такие монеты тоже делали. Экономили на серебре. Ну что это за монета? Посмотрите на толщину. Просто ни о чем. Не весит вообще ничего. Как так? Динарики были хорошие. Это непонятно что. Но монетка. Есть редкие, кстати, солиды. Надо будет ее аккуратненько дома отмочить, почистить и посмотреть, что там на ней. Темнеет уже, ребят, прямо на глазах. Но мы еще ходим. Еша пару фибул нашел. Еще и обломанный амулетик молния. Я потом подойду к нему. Посмотрим его находки. А я все кручусь на одном месте. Ладно, друзья, смотрите, я пошел искать дальше. Монетка, монеточка. Итак, друзья, темнеет просто на глазах. Подбираюсь я все к этому болоту. Решил тут такой вот бугорочек небольшой. Решил его выходить. Смотрите, есть очередная фибулка. Вот такая вот била. Очень-очень хорошо. Как-то ее так плугом разогнула. Находочка, друзья. Вот смотрите, керамика. Керамика. Многие думают, что светлая керамика — это не черняхи. Ребят, светлая керамика — это тоже черняхи. Так что можете даже не сомневаться. Вот еще. Видите, какой-то кусочек горшка. Тоже светлый. Черняхов тоже была светлая керамика. Не везде она черная и серая. И светлая тоже. Так что стоит на это обращать внимание. Керамики просто немерено, друзья. Очень много. Очень много. Места тут, конечно, шикарные. С той стороны машина стояла. Где-то, может, переехали куда-то, тоже ходили. Ребята копали. Я все вот этот вот бугорочек хочу, пока не сильно стемнело, подобраться к нему, походить. У меня тут хорошие находки были на этом бугорке. И луницы попадались, и динарики. Ладно, друзья, смотрите, я пошел искать дальше. Камера уже плохо фокусируется. Поднялся я, друзья, немножечко выше на бугорок. И есть очередная сопутка. Фибула. Почти не копал я так. Ногой отгреб, с поверхностный сигнал был. Да. Сопутка есть, а что-то с динариками пока очень туговато. Но ничего, походим еще. Что-то лезет, надо ходить. Уже у нас особо и выбора нету. Так что темнеет просто на глазах. Камера еще как-то не передает такую темноту, но на улице уже так. Такие очень хорошие сумерки. Ладно, друзья, я пошел. Хочется успеть что-то еще найти. Смотрите. Хожу, друзья, я сегодня с Деусом, с блондиночкой. Есть находочка поверхностная, такой сигнал был, я думал, мусор какой-то. А нет, монеточка вывалилась. 3 копейки. 3 копейки. Бляха, не вижу, какой там год. Ребят, не вижу.
терять не хочется. Сейчас начнут все вопеть в комментариях. Что ты трешь на сухую. В общем, ранние советы. Не вижу, какой там год. Ранние советы. Поверхностный сигнальчик. Остались тут еще советы. Интересно, как это их не выкопали. Друзья, я продвигаюсь в сторону машины. Камера уже плохо фокусирует, потемнело. Продвигаюсь в сторону машины. Будем с Генчиком, наверное, собираться. Да, ехать домой. Пока дойду, уже вообще стемнеет. Идти мне метров 400-500. Ладно, друзья, я пошел. Если что-то по дороге найду, вы все увидите, смотрите. Продвигаюсь я все к машине, друзья. Метров 300 мне еще идти осталось. Есть находочка. Я уже было подумал, что это динарик. Но это не динарик. Это что-то снова... Что-то серебряное. Блин, да что же это такое? Не видно вообще ничего. Что-то серебряное, друзья. Какой-то... Да может медное было посеребряное. Очень плохо видно. Ну что-то средневековое, наверное. Я так думаю было, потому что очень-очень тоненькое. Вот вам еще одна очередная монета. Да. Ладно, берем. Идти метров 300. Камера уже теряет фокус. Ладно, сейчас еще посмотрим Генчика, находки дойду. Друзья, направляюсь я к машине, все, никак не могу дойти. По моему довольному лицу вы можете определить, что у меня есть находочка. Сейчас вам покажу. Скажите мне, вот всегда так бывает, когда уже нет настроя копать, идешь к машине и начинают лезть находки. Когда уже надо ехать домой, собираться, ехать домой. И бывает такое, что поле тебя вот просто не отпускает. Идешь, а находки лезут одна за другой. Есть у меня, в общем, динаричек. Сейчас вам покажу. Друзья, я глазам своим не поверил, если честно. Он как-то очень плохо бил и очень сверху лежал. Смотрите. Ну, то, что это динарик, у меня даже сомнений никаких нету. Вон легенда какая-то просматривается. Может, какой-то лимез. Но очень залипший, залипший такой, что просто ничего на нем не видно. Надо будет дома его закинуть в нашатырь или в лимонку, чтобы он откис. Но это динарик, друзья. Динарик. Я уже и не надеялся. Думаю, сейчас дойду до машины, посмотрим Генчика находки и будем ехать домой. А не тут-то было. Вот вам, пожалуйста. Так всегда, когда не ждешь, что-то случается. Хорошее. Класс. Класс, друзья. Класс. Все, иду к машине. Посмотрим Гешины находки. Не видно ничего вообще. Идти метров 300 меньше может уже. Ладно, друзья, смотрите, я пошел. Друзья, 20 метров до машины осталось. Вон номер светом отражается. Не отпускает нас все это поле. Есть еще монета. 10 копеек. Советы поздние выпали. Вроде 10. Какие там были? 10-15 были, да? 10. Такая залипшая, что просто жесть. Какой-то, наверное, самый редкий 61-й год. Не отпускает нас поле. Не дает нам дойти до машины. Сейчас дойду, посмотрим Генчика находочки. Дошел я, друзья, наконец-то до машины. И Генчик сейчас покажет свои находки. Баночка у тебя такая. А, витамин С. Так. О, амулет молния, да? Угу. Класс. Блин, жалко, поломанный.
Есть мулёх. Одно это. Ух ты, а это что такое? Шняга шняжная, блин. Ничего себе, смотрите, это какой-то писал или что это такое? Или это фибула, наверное, ешь такая была? Может быть. Прикол, может ремена какая-то накладка. О, наконечник нашел. Давненько не попадались. 5 серий подряд. О. О, ну у тебя такой троян, да? Походу, да. Ну, у меня такой залипший, просто жесть. Не, ну накопал чего-то. Ну, класс. Весело, маленький. Кусочек. Серега Гвоздь звонил, тоже динарик нашел. Говорит, зализанный капец. Я тоже что сделал. Вот такие вот находки, друзья. Геша прячет в баночку все. Нынечку. Нынечку. Будем заканчивать коп. Сейчас к вам развернусь. Друзья, будем заканчивать коп. Уже потемнело, надо ехать домой. Сейчас перекусим. У нас там Генчик взял с собой колбаску, бутербродики всякие. Перекусим, целый день голодные. Еще и походили, свежим воздухом подышали. Вот такая, в общем, у нас получилась экспедиция. Поле нас не отпускало. И пока шли к машине, еще накопали находочек. Ладно, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки и пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Сезон только начинается. Всем удачи, друзья. Всем пока.